Всем самый огромный привет всем самым лучшим зрителям моего канала. Обзор новогодних сладких подарков. Обзор и цены, ребята. Гляньте, как интересно сделано, как будто коробка такая деревянная. Милка, стоит она 189 гривен, 196 грамм. И здесь на обороте даже нарисовано, написано, сколько конфет каких есть поштучно. Так, Орео 70 гривен, конфеты Милка. Так, потом я обратил внимание вот на такую машину. Тут, наверное, пряники. Да, здесь пряники. Вот такая обалденная машина. Можно и для парней, и для мужчин, ну и для пацанов. Сколько? 805 гривен. Тут нам сколько? Полкило? А, килограмм. Не килограмм, ребята, брешу. Брешу. 750 грамм. Вот такая вот красота. Колеса крутятся. Когда сделают вот такой вот паровоз, знаете, чтобы еще были вагоны со сладостями, было бы очень интересно. Так, тут Милка набор, календарь. Кстати, уже начался календарь, можно уже покупать до 24 числа и каждый день открывать новую шоколадную фигурку. Стоит этот адвент-календарь 322 гривны, 208 грамм. Видите, здесь окошечки. Открываете с 1 по 24 число, то есть на сочельник. Так, опять Милка точно такая же. Потом вот эти вот Милка по 125 гривен шоколадные. Обратил я внимание вот на такой вот набор интересный. Лукас. С Новым Роком, моя Украина. Merry Christmas and Happy New Year. 189 гривен, 600 грамм. Сначала как бы конфетки, да, потом можно использовать, придумали, как копилку. Кстати, видите, трезуб. Так, дальше. Ребята, сделаю. Я сегодня встал 5 часов утра. Конфеты Шарман. А сколько здесь грамм? 200 грамм всего лишь. Так, стоит она 76 гривен. Так, Конти по 100 гривен. Такой вот Конти заяц. Это кто-то оставил, это не отсюда. Машинка, набор Конти. 116 гривен, 275 грамм. Так, Конти елка. Солодка магия. 100 гривен, 257 грамм. Так, здесь у нас вот такой заяц Конти. 370 грамм, 170 гривен, как рюкзачок. Так, тут у нас домики. А что за фирма? 478 грамм, 189,90. 190 гривен. С Новым Роком. Набир. Ну, а что же это за фирма? Майстерня часу. Конти, тоже Конти. Так, дальше. Дальше. Ой, вот этот красивый мне понравился. Смотрите, как классно. Рождество Христово. Резьдвяный вертеп. 349 грамм, 166 гривен. Интересно, такое тоже как бы 3D.
Здесь мудрецы идут уже. Тоже от Конти. Так, с Днем Святого Миколая та новорічними святами. 116 гривен, 235 грамм. Ой, гляньте, какой интересный. Лускунчик тоже от Конти. 828 грамм. Самый большой набор, который пока что я встречал. 330 гривен. Так, тут главные персонажи. Мишений король. Интересная такая коробка. Так, Happy New Year Конти. 140 гривен, 312 грамм. Вот такой вот небольшой от Лукас. Фирма Лукас. Так, 100 гривен, 300 грамм. Вот такой тоже. Фирма Лукас. Гляньте, тут вертеп. Колядують. Тоже в виде такой этой копилки. Ну, сначала как конфетки, да? Коробка с конфет, а потом можно использовать как копилку. 160 гривен, 400 грамм. Так, это что-то новое, ребята. Ух ты, деревянная коробка. Я думал, это пластик. Ой, этот, как его? Картон. А это деревянная коробка. А мне деревянная очень все нравится. Смотрите, какая интересная коробка. Очень интересно сделано. С красной ленты. С Новым Роком, та Різдвом. Что же за фирма, что же за конфеты? Так, подарунковый набір, новорічний орнамент. 800 грамм, почти килограмм. Что же за фирма? Ну, должны сразу же писать, что за фирма. Мне понравился. И сколько он стоит? Sweet Trader, відчують роботу на смак. Это какой-то не нашинский, но какой-то я не знаю, что это. Я не знаю, но коробка мне понравилась, ребята. И стоит он 449 гривен. 450 гривен. И смотрите, как сделали. Вот, можно рассмотреть, что находится в середине. Я не понял, это что? Это что находится в середине? Тут и смотрите, и Рошен, и Конти, и АВК. Короче, сборная СНГ. Вы поняли, ребята? Вот такой вот набор. Ну, молодцы, смотрите. Я понимаю, что на 450 гривен можно купить огромный килограмм, даже больше, 1,5 килограмма самых вкусных конфет. Но вы просто обратите внимание, какая здесь красивая коробка. За коробку только. Только за коробку. Точно эти конфеты? Ну да, точно это они. Так, с Новым Роком. Набор пандочка. Килограмм конфет 276 гривен. Так, вот такая пандочка с ручками, да? И сейчас мы посмотрим, что там в середине. 3D-реальность. Так, и в середине у нас тоже сборный СНГ, смотрю, и Конти, Лукас, и Барни. И что тут у нас еще есть? И Рошен. Короче, разные конфеты, ребята. АВК. И еще какие-то сюрпризы. Понятно. Хорошо, придумала шанс, что можно посмотреть, какой набор
в середине. Ну, 275 гривен можно купить точно, действительно, очень много вкусных конфет на килограмм. Ладно, смотрим дальше. Но я вам скажу, все равно будет разбирать. Вот такой набор. 276 гривен целый килограмм тоже. Сейчас мы посмотрим, что внутри. С Новым Роком, Тариздвом. 3D-игра. Так, вот такой тоже похожий набор. Даже сок вкинули. Упаковку сока ребенку. Я считаю, что на Новый год, на Рождество, под, я не знаю, на Миколая должны быть самые вкусные конфеты. Самые вкусные конфеты. Так, тут у нас зоопарк. Новогодний зоопарк. Тоже 3D. Я так понял, тоже сделано. Так, 900 грамм, 260 гривен. И тоже, смотрите, какие конфеты тут. И халва, и карамель, и рошенки, и АВК, и Аркадия, и трюфель, и ромашки, и коровки рошеновские. Да, это вот этот наборчик. Обалденно красивый набор. Смотрите, интересный такой. Упакован красиво. Вот так вот. С Новым Роком. Прикольно сделали, конечно, молодцы. Так, набор полкилограмма 170 гривен. И смотрите, что в набор входит. Почти те же самые конфеты, только чуть меньше, чем обычно в предыдущих. Так, набор смартфон 400 грамм 140 гривен. Смакофон. И смотрим, что в середине. Тузик, Джек, коровка, ромашка, Соренто и халва. Так, набор чар дарунок. 350 грамм, 129,90. Да. Тоже те конфеты, что в предыдущих. Такой малюсенький, гляньте. Самые мацюпоньки. 250 грамм, 90 гривен. Те же самые конфеты и халва. Нет, это нет. Я считаю, что детям на Новый год должны быть самые вкусные конфеты. А я знаю, что многие будут делать, знаете, покупать отдельно какие-то, может, даже подарочные упаковки. И сами будут готовить, складывать пакеты для детей. Это будет намного дешевле и намного, наверное, вкуснее. Так. Тут у нас книжки стоят. Смотрите, какие тоже интересные. С Новым Роком, новоречная каска, 450 грамм, 155 гривен такие конфеты. Веселых свят, Миколай. Такая стоит 286 гривен, 400 грамм. И самая большая книжка, полкилограмма, 314 гривен.
Торговая марка Аметист Плюс. Мы из Украины. Кролик 410 грамм. 202 гривны стоит. Вот такой набор. Так, тут у нас домик. Хатынка. Новогодняя. Сколько стоит? 220. 455 грамм. Тоже Аметист Плюс. Так, вот этот я обратил внимание. Аметист Плюс. Очень красивая упаковка. Так, тут состав. Вместо дубну. Так, а это не нашинская. Это не конфетки, это у нас идут печенюшки такие. 200 грамм печенюшек. Тоже интересное, знаете. Ребенку к конфетам можно вот такие печенье в шоколаде. 200 грамм, 82 гривны. Кстати, оставляйте свои комментарии, как вы будете своим чадом паковать подарки. Так, вот такой Happy New Year. Набор Ялинка 145 гривен. Четыреста грамм. Так, Merry Christmas. Классно подобрали цвета, молодцы. Красивый подарок. Цветовая гамма. Молодцы подобрали. Так, 300 грамм, 170 гривен. Так, книжки мы с вами смотрели. Набир Свиточ. О, Свиточ — это хороший. Свиточ, ребята, это хорошие конфеты. Могу вам сразу сказать, что это хорошие конфетки. Набір кондитерський Ялинка. Так, 406 грамм, 156 гривен. Тоже Світоч кролик 520 грамм, 203 гривни. Так, Світоч хатинка, не бачу ціни, може з тої сторони. Так, этот календарь ми з вами смотрели. Так, кіткат. Или що это? Кіткот. Набор Nestle. А, это Світоч тоже, видите? Набор Світоч, новорічні стикеры. Это можно вырезать потом, да? Из упаковки, да, видите, нарисовано. Можно вырезать и расклеивать. 226 гривен, 620 грамм. И тут можно даже посмотреть, что в упаковке есть. Давайте я сейчас открою. Вот здесь вкусные конфеты, ребята. Здесь все конфеты вкусные, смотрите. Здесь и ромашка, и мак, и зоряный сяйву. Разные. Ну, лайн. Трюфели. Вот это вкусные конфеты. Киткат 200. Ого, так подорожал. В прошлом году он был дешевле. 204 гривны. Фигурка Киткат Санта, да. Так. Тоже Nestle. 160 гривен. 160 ММДМС. ММДМС 80 гривен. Вот такой маленький. Вот такой 220 грамм конфета ММДМС. 160 гривен. Не понял. А, это чуть побольше. 215 гривен. Чуть побольше ММДМС. Вот такой вот Аметист Плюс. Цены, к сожалению, нема. Тут цена была. Нету цены. Так, Рездвяна зірка. Ух ты, красивый. Даже кого-то так, знаете, чисто символично. 85 гривен, 230 грамм. Нормально, 230 грамм, как две плитки шоколада. По 20. А, по 40. Угу. Ну, понятно, все понятно. За упаковку тоже нужно платить. Ну и вот идея, как самому просто можно сделать, купить самые вкусные конфеты, отдельно купить красивые упаковки и запаковать.
Я всем желаю мирного неба, экономных покупок, всем хорошего настроения, всем пока-пока.